Доброе утро, Нижний Новгород. Главный архитектор города сегодня проведет пресс-конференцию, на которой наши корреспонденты намерены узнать, как будет меняться облик города в ближайшие годы. Все подробности сегодня в течение дня на Горький ТВ. В областном заксобрании сегодня пройдет заседание по вопросам бюджета и налогам. А накануне в городе прошли публичные слушания относительно изменения региональной казны в будущем году. На чем будем экономить в 2015-м, узнаете после обеда. В Нижегородской области обсудили будущее народных художественных промыслов, в частности, нижегородской хохломы. Кто должен и готов поддерживать мастеров Нижегородской области, расскажет в самое ближайшее время Ярослав Гунин. Всем отличного дня, смотрите и читайте Горький ТВ.